Це Слава Гершович до Рівного, 18-річний музикант, приїхав з Франції. І сьогодні у нього перша репетиція перед концертом. Это будет вечер французской музыки, то есть только будет французская музыка, только французский композитор. Играю сначала коды Дебюсси, 4 прелюдии из первого учебника прелюдий. Также буду играть современные произведения, я сыграю два этюда композитора Морис Охана. Достаточно интересный композитор, очень интересные этюды, значит, будет первый, и также шестой этюд, который играется с линейками, с перчатками, там, то есть это очень достаточно интересно, визуально, во всяком случае. Конечно, для публики это необычная музыка, но, во всяком случае, я думаю, что это будет интересно. Перша частина концерту буде сольною, другу Слава зіграє разом з Рівненським симфонічним оркестром. Случилось все очень хорошо, потому что изначально репетиция должна была быть с 10 до 2, а мы час отыграли, и уже было все в порядке, поэтому я не ожидал, что будет оркестр достаточно хороший. Рівне – друге місто в Україні, де зіграє піаніст. Концерт відбудеться у четвер, 16 листопада, в залі камерної та органної музики. Дуже красивий зал, во-первых. Я дуже потрясающий вот этот собор. Дуже похож на Нотр-Дам-де-Парі. Вообще, как-то, все-таки в Париже учусь, каждый день вижу монумент. И вот тут такой же практически монумент, только поменьше, там, в других цветах, естественно. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».